Всем привет, с вами Андрей на канале Урбанист. Сегодня пришла посылка, и судя по трекер-номеру, это датчик для воды. Ну, в смысле, детектор воды. Вскроем это все дело. Ну, как бы я забыл сказать, что это детектор воды для Xiaomi, умного дома. То есть, все идет для умного дома сейчас. Вот он, этот датчик. Что нам тут написали? Zigbee 2032 батареечка используется. Он более-менее стандартный. Ну что, не будем растягивать надолго осмотр. Сейчас, естественно, не в студии будет обзор, потому что база умного дома, она подключена уже дома к внутренней Wi-Fi сети, и как бы мне не хочется заново переподключать, удалять и так далее, это все дело заново настраивать, тут уже куча сценариев настроена, поэтому мне вообще не хочется изменять что-либо, поэтому это будет происходить вот в таком виде, в таком формате. Ну что, долгожданный момент, раз, два, три, опа, вот он, датчик, такой же, как и на картинках. Вот так вот снизу он выглядит. Я так понимаю, вот это вот, наверное, контакты. И в случае затопления... В случае затопления это все будет... ну, в смысле... Вот так как бы заливаться и срабатывать. Ну, как-то так. В общем, здесь идет инструкция. Ну, здесь на китайском. Что-то непонятное. И здесь на китайском. Ну, в общем, все зашибенно, как всегда. В общем, вот такой вот датчик. Вот так вот он в руке выглядит. Ну, столько места занимает, собственно. И как бы он небольшой достаточно. Батареечку удобно, в принципе, менять. И вот они, контактики, я так понимаю. В общем, сейчас мы будем проверять. Хаб у нас включен. Мы возьмем, покажем, что он работает. Ну, давай уже, клацай, пикай, что-нибудь делай. Ну, в общем, происходит... О, вот, типа, поставлено. Выключено. То есть, ну, как бы видно, что хаб подключен, да? Работает. Дальше идем. И просто-напросто добавляем. Добавляем это температурный выключатель. А где наш тут... А, вот, Акара, Water Leak. Берем... Ой-ой, а что здесь? А что здесь нужно делать? Я даже не знаю. Нажмите и удерживайте клавишу сброса в течение 5 секунд. А где здесь клавиша сброса? Вы издеваетесь? Я даже... Вот это, наверное, кнопка здесь. Да, эта штука является кнопкой еще, обалдеть. Я сначала по картинке не понял, что там. Ну, допустим, берем кухня. Окей, далее. Датчик утечки воды Акара, ну, например, 01 назовем его, да? Ну, давай уже, в конце концов... одной двери. И вот датчик утечки воды. Что-то оно тут сообщает. Общие настройки. Автоматизация. Я не знаю, что в общих настройках. Часовой пояс. Плюс 2. Вот. Все. Ну и как бы автоматизации сейчас пока нет. Теперь мы возьмем добавить. И датчик утечки воды дам. Ну да, вот он, собственно... Клацаем по нему. Enable. Ну, в общем, включена... Ну, в смысле, сработка датчика, да? Включена. Хотя вот интересно, на самом-то деле, Enable и Disable. Интересно. Два события, что ли, ставить? Ну, ладно. Сейчас, тогда мы берем... не знаю, выполнять автоматизация. Нету ничего. Ну, ладно, возьмем хаб. Включено, да? Потом берем, добавляем. Автоматизация. У нас сейчас включена...
Ёлки-палки. Ну, с этим, да, с этим надо разбираться, конечно. Enable, да. И я хочу... Ну, отправлять уведомления. Это понятно. А как заставить срабатывать как сигнализацию, я не совсем понял. Затем MI Control. О, назначенная мелодия. Точно, мы сделаем назначенную мелодию. И это будет, собственно, какая-нибудь там тревога. Точно. Сигнал, так. О. Это оно. Да, точно. Вот так мы сделаем, да? То есть, получается, вот я взял воду, вот он, собственно, хаб, и вот он, собственно, датчик. То есть, ну как бы все, да? Как бы должно появиться уведомление. Мы сохраняем... ну, что-нибудь, да, такое, как бы, enable water, отправлять на устройство. Надо назвать, наверное, по-человечески. А то что-то мне вообще не нравится такое название. Кухня, там, например, не знаю, утечка воды. Утечка воды. Датчик. Ну, например, Акара 01. О, ну, кстати, все объясняет. Сразу так четко хлоп и все. И отправляем уведомление теперь получается. И как бы должно заверещать на сигнализации. Ну что ж, проверим. Вот, в шторке пусто. И сейчас мы сделаем сработку датчика. Я немножко не подумал, его что ли опустить надо, наверное. Ну, возьмем и опустим. Не знаю, а чё ничего не происходит? Вроде же датчик включен. О. Чуть-чуть задержка получается. Датчик утечки воды. Вот раз. Предупреждение об утечке воды. О. И сразу прекратило. Ну вот он датчик, да, я его сейчас вытру. Ну как бы да, предупреждает. Предупреждение, утечка воды. Стираем все сообщения. Вот, берем датчик, я его вытер насухо. Вот он сухой. И вот мы сейчас берем его, окунаем. И считаем, сколько секунд. Раз, два, три. Ну, в общем, через 3 секунды он срабатывает. Через 3 секунды. В общем, надо 3 секунды где-то, и происходит сработка датчика. Ну, в общем, датчик Xiaomi-овский работает. Все, что мы можем сказать. И, кстати, да, вот сообщения. Вот сразу появились сообщения. Ага. И оно, кстати, предупреждение о том, что утечка воды там типа устранено. То есть воды нет больше. Ну, это прикольно. Прикольный сценарий. То есть все работает. Вот он датчик, акаровский, Xiaomi. Ну, Xiaomi Акара, да? В воду его окунали. Ну, написано, что он герметичный в описании было, поэтому я его спокойно окунал в воду. Как бы на смартфоне все появляется, все сообщения появляются, поставил звуковую мелодию на то, чтобы сработка была по датчику, да, и как бы тут срабатывает, здесь в шторку валятся сообщения. Если бы, конечно, еще у Xiaomi шлюза был GSM-модуль, чтобы она могла позвонить. В данном случае вот еще теперь появился еще один новый датчик. Что очень классно. Теперь он, если что, будет сигнализировать о затоплении. На батарейке 2032 эти датчики идут, что весьма-весьма удобно. Потому что эти батарейки найти везде можно. То есть это не проблема. Вот здесь под этой вот капелькой кнопочка спрятана для соображения. То есть нужно зажать ее на несколько секунд, как написано в инструкции, когда подключаешь к... шлюзу. Вот. Ну, в общем, и все. Больше у этого датчика функциональности никакой нет. Замкнутые контакты сообщила, незамкнутые контакты тоже сообщила о том, что утечки больше нет. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Андрей на канале Урбанист. Всем пока!